Как вы относитесь к позиции Александра Яковлевича Розенбаума по ситуации в Украине? С пониманием. Я люблю Александра Розенбаума. Это мой близкий друг. Я понимаю, что он ошибается. И я ему об этом говорю. Между друзьями могут быть откровенные разговоры. Так же, как и внутри семьи. Бывает, одно думает жена, муж думает другое. Но это не значит, что им надо расходиться. У нас много споров с Александром Яковлевичем, было и продолжается. Но я не меньше его люблю и не перестал считать его выдающимся человеком планеты Земля. Яка думка про Алексея Панина зараз изменилась? Ну, оригинальный человек Алексей Панин. Ну, просто оригинальный. Посмотрите мое интервью с ним, наверное, 7-летней давности. Но оно яркое, честно. Очень яркое. Вы слышали о шамане Якути, идущем на Москву? Нет. Про Наполеона, идущего на Москву, слышал. Про Гитлера тоже, про шамана Якута нет.